Дела сердечные не позволили Ульяновскому театру привести на Волгу театральную «Капитанскую дочку». Актер, исполняющий роль Емельяна Пугачева, попал в кардиологию. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, но было решено сделать замену. В Самару приехала премьерная «Чайка». Это, как мне кажется, очень достойная замена, даже которую заменой-то и назвать нельзя. Если бы, например, была возможность два спектакля показать на фестивале, мы обязательно показали бы этот спектакль, спектакль «Чайка», потому что это одна из наших самых свежих премьер. Актеры еще толком не обкатали премьеру на родной сцене и уже показывают спектакль в Самаре. Пришлось несколько изменить рисунок, но главное – это принять участие в таком престижном фестивале, как «Волга театральная». Фестивальная жизнь – это всегда интересно. Всегда интересно сработать спектакль на публику, с которой ты совершенно не знаком. Тем более на публику, которая, скажем так, уже имеет определенный багаж театральных впечатлений и критики в том числе. И всегда интересно, как это случится сегодня, как это будет увидено, услышано, прочитано. У критиков с каждым днем остается все меньше спектаклей для отсмотра. Каждый их вечер занят работой. Приятный, как говорят сами судьи. Любой спектакль – это хороший опыт и для зрителя, и для труппы, и для установления того диалога, без которого театр невозможен. Потому что если есть отклик в зрительном зале, значит, все не зря. Если его нет, тогда хуже, но это тема уже для другого разговора. Премьера «Ульяновской чайки» прошла на ура. Зритель по достоинству оценил старания актеров и показал, что такое доброжелательная самарская публика. Все, я скажу, все. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.